Вопросами полнится тело и мысли мои. С мыслями вообще сложно. Катаюсь, вижу иногда не просто странных людей, а безумных. Как только еду из города, безумные люди едут в обгон, невзирая на встречку. Господа мои, вы каким чувакам права выдаете? Теперь про тело. В детстве натренировали. В смысле, таскать машины и на прицепе. Это был год 1991. Давненько, да. Поверьте мне, не все было идеально. И заснул за рулем не только я, но и брат мой. Я, правда, в 1993 год, под Новый год, он на 15 лет позже. Но тогда никто и не знал, что на дорогах будут эвакуаторы. А что проще и надежнее, поместить машину на платформу и перевезти? В принципе, ваша машина ремонтопригодна, ее можно было бы легко взять на прицеле. Почему взяли эвакуатор? Дешево и сердито? Ну да. То есть даже тараканиться не надо, спокойненько загрузили. Потому что вот, допустим, я когда хожу, я специалист, да, но таких людей-то мало, которые знают, как машину на прицепе тянуть, правильно? А у вас по-другому все делается. Вам ценники этого эвакуатора нравятся? Конечно, не нравилось бы, не пригласили бы. А так получается, что цена вопроса примерно? 1000 рублей. Да это халява, по сути. Потому что вы знаете, сколько бензинчик стоит, да ведь? Не дешевое удовольствие, так ведь? Да. Теперь про правила. У правил несколько соответствий. Соответствие первое. Много ли у вас друзей? Если много, то хорошо. Но вот вопрос. Кто сможет в рабочее время оттартать машину? А? А? Сложно. Да то. Что-то в пределах часа. Ну-ну. Не каждый там может. Не каждый. Теперь тема то другая. Это хорошо, когда друзья денежные. Я не против. Я против того, что друзья безденежные. Он, в принципе, не против вас оттартать, но... придется выложить за бензин. Это проблема. Эта проблема как-то Россию затронула. И тогда вы будете платить. А как-то по-другому. Так лучше не платить, по-моему, а сумму онную и быстро отдать эвакуатору. И мне кажется, за час, ну два, может быть и быстрее, ваша тачка будет отправлена в сервис. Почему вы взяли эвакуатор? Можно было и отбуксировать? Она новая машина, правильно? Ну, относительно, да. Ну, мы боялись из-за коробки, то, что автомат. Возможно, не справимся с буксировкой. И поэтому эвакуатор, да? Да, решили вызвать эвакуатор. Тем более, он недорого стоит. Ну, относительно, да. К слову, точнее, к другим словам. К слову о том, что иномарки не ломаются. Слово, и это не видео. Что, много отечественных автомобилей? Нет, господа. Одни иномарки, господа. Теперь сказки о неломкости. Так вот они отваливаются. Ломаются все, опять не верят. Я зря. Нет сейчас крутых, не ломающихся машин. Нет и все. Или думаете, что идеалы сумасбродные по цене не отваливаются, и они загибаются? Нет, идеалов не было и не существует. Потому что все, созданное человеком, человеком ломается, идеала нет. Уж поверьте мне. И самое забавное, что в городе двинутом, по сути, нет двигателя. Потому что очень сложно найти специалиста. Даже сейчас объясню. Специалистов по электрике я знаю всего 2-3 человека. Автоматы нормально не делает никто. Ремонт двигателя 1-2. ТНВД с большим вопросом. Хочется, чтобы был поиск онных. И это ваша большая проблема. Но с доставкой нет проблем. Есть лучший эвакуатор. Почему человек не взял другого специалиста, который мог бы его до сюда довести? То есть, в принципе, что-то небольшое случилось, но возникает вопрос, какого специалиста вы возьмете? Таких людей, как я, ну, их не сильно-то и много. Процентов может быть 10, ну, 20. Это если топ. Который реально знает, как машину необходимо перевозить на прицепе. То есть, перед должен ехать, а зад должен тормозить. Но это не у всех. Этим искусством обладает небольшое количество людей из разряда еще в Советском Союзе, которые эти дела делали. Потому что раньше эвакуаторов не было. Сегодня и сейчас разницы нет никакой. Эвакуатор, который находится за моей спиной, денег вообще больших не стоит. И зачем ехать, зачем кого-то ожидать, когда проще и спокойнее вызвать эвакуатор, он реально. И вы ничего не будете делать. Человек реально сам все это дело погрузит, вам не нужно ничего, то есть вы выкиньте все это дело из головы. Позвонив по телефону 450303,
Ваша машина будет доставлена в пределах Магнитогорска и за пределами города Магнитогорска в Магнитогорск. Если вы хотите перевести машину на покраску, это тоже можно сделать легко, допустим, в Екатеринбург. Если вы хотите машину куда-то далеко отвезти или откуда-то привезти, особенно мы будем говорить о дорогих автомобилях, то есть захотели себе купить хороший Porsche, издалека привезти, бегать никуда не надо. Он здесь нехорошо покатается ровненько. Вот. Вы спокойненько взяли эту машину, ее там, естественно, погрузили и привезли. Что в этом сложного? Никаких сложностей нет. Зная о том, что как бы ценники-то вообще нормальные и для всех. Реклама. Двигатель политики и торговли. Телевидение. На нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей, аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSound'е по телефону +7 951 470 07 70.